Это не может быть Уильям Уоллес. Я симпатичнее его. Хорошо, отец. Я спрошу. У меня будет шанс убивать англичан, если я рискну головой ради тебя. Твой отец призрак? Или ты говоришь со Всевышним? Чтобы найти себе равного, ирландец вынужден общаться с Богом. Да, отец! Всевышний говорит, отвечай на чертов вопрос, а не уходи от ответа. Полегче. Тупой ирландец. А мимо охраны кинжал пронести смог? Что, папаша? Ответ на твой вопрос – да. Будешь сражаться со мной, сможешь убивать англичан. Отлично! Меня зовут Стивен. Я самый разыскиваемый человек на моем острове. Правда, я сейчас не на своем острове. И это жалко. Твой остров? Ты об Ирландии? Да, она моя. Ты ненормальный. Я пришел куда надо. Всевышний послал меня защитить тебя. Мне он никогда не нравился. У него было не все в порядке с головой.